В вузах страны в этом году будет почти 600 тысяч бюджетных мест, 70% из них в регионах. Законопроект об увеличении контрольных цифр приема был принят депутатами Государственной Думы сразу в трех чтениях. На прошедшей пленарной неделе депутаты Госдумы приняли несколько важных законопроектов. В первую очередь это законопроект о выделении еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям экономики. Это IT, инженерная отрасль, это медицина, педагогика и другие. И самое главное, что две трети этих бюджетных мест будут распределены именно региональным вузам. Еще один законопроект – это инициатива «Единая Россия» о бесплатном проезде детей до 7 лет в пригородных поездах. Сейчас такая опция доступна, к сожалению, не во всех регионах, поэтому мы увеличили вот этот возраст возможного бесплатного проезда до 7 лет.